Шунь, ты потеряешься? Пуся, ну где Шуня-то, блин? Давай, это он так от местных собак будет убегать. Давай, Пуся, ну кач. Ларь, ты ему что ли ногой топни, напугай его что ли какими-то словами. Ларюсь, ну что это такое, ленивый кот такой. Пуся, давай еще раз попробуем. Давай, где Шуня, и давай его гони. Представь, что ты другая собака, где Шуня? Вперед, где Шуня, Пуся? Вон он шунит. Во, во, хорошо, молодец. Вот. Во. Ага, хорошо. Ну, вот так примерно. Хотя бы на такую высоту. Хотя, в принципе, Ларис, наверное, стащут на такой высоте. Белочка. Пусть, ладно, хорош. Слушай, я тут опять говорю, вот кошки, у них лапки загнуты, они спускаться не могут. Ну, давай посмотрим, как она спустится. Пусть, хорош. Давай еще разок. А, он шип. Ну, все тогда. Ну, побежали, ребят. Тишина. Ну, насколько возможно, как бы, в 20 километрах от Москвы. Шу, где? Где Шу? Шуня? Древоед. Угу. Зря ты, Шуня, от коллектива отрываешься. Тут тебе ласки дали бы. Ага. На ручках подержали бы. Если у человека есть возможность пройти мимо такого дерева, неужели он не потрясет? Давай вот это потрясем. Угу. Пусть. Еще... Сотрясай. Ну, как вы есть. Не, все, давай посмотрим. Ну, стой. Ну, что, вполне березка такая осенняя.